Всем здорово, с вами Старпёр, я спешу сообщить, что делаю небольшой перерыв в прохождении серии Resident Evil, так как не могу удержаться, чтобы не сыграть в новую мумию, игре, которая сделана по мотивам совершенно бездарного и отвратительного фильма с Томом Крузом, вышедшим недавно. Но игра, по крайней мере, те 20 минут, которые я видел у товарища, заставила бежать меня, допустим, на голову, чтобы в нее сыграть. Это Metroidvania, один из моих любимейших жанров. Я надеюсь, что WayForward, компания, которая ее сделала, ответственная также за Shantae, совершенно прекрасную игру, не поленилась и сделала здесь все так же круто. Она умеет. Так, давайте с управлением разберемся сначала. Так, блок. Здесь тоже блок. Ну, пойдемте посмотрим, что нас ждет дальше. Ой, это чужие, что ли? Бег по кругу, молок. Так, это я уже знаю. Понятно. Понятненько. Так. Ну, если должны умереть все, то ты тоже. Так, ясно. Пацаны решили меня убить. Ну ясно, сейчас все поднимутся мои напарники и коллеги. И будут пытаться меня убить. Печально. Ой, тоже умеет так стрелять. Прыгать умеют. Хрена себе. Вот же жопа. Тупица. Ай, блин, я протупил, не заметил его. Все, сваливаем.
Спасибо за пожелание удачи, она мне пригодится. Блин, графоний просто блеск. О, карта появилась. Так, ну естественно, я был бы не я, если бы побежал сразу в нужную сторону. Ну ничего, сейчас вернемся. А, такие же шарики, как в Кослане. Прикольно. Точнее, по Метроиде наврал, в Кослане сердечки же. Окей, сейчас поищем техников. Так, можно выше пойти, а можно посмотреть, что здесь. А вот и ты. А момент, ну давай, дай тебя постреляю. Так, новые враги. Так, опыта, карта, инвентарь. Опыта здесь нет, я так понимаю, нет смысла их фармить. Ладно, пойду посмотрю сначала, что сверху, очень уж интересно. Сверху нам нужен дабл джамп. Понятно, понятно. Ай-яй. Чего вы такие живучие? Кузнечики. Серьезно. Ай, блин, я не то хотел сделать. Хотел вот так. Если... О! Так, здесь тоже какой-то девайс, походу, нужен будет, чтобы забраться выше, поэтому, очевидно, дорога вниз мне. Так, еще один сейф. Ну давайте. Почему бы и нет? Спасибо. Чего нету там? Окей. Ай. Так, земля для зомбаков, но что-то никто не вылез. А, черт! Рыба попыталась меня схватить за мягкое место. Неуспешно, что печально. Так. Давайте сначала вниз сползу. Ой, что-то так низко-то. Прыгнуть нельзя. Будем убираться с задачи.
Так, а на карте как-нибудь эти двери обозначаются или нет? В которые пока что нельзя попасть. Нифига не обозначаются. И что самое интересное, даже нету пометки, что здесь какой-то проход есть, он закрыт. Просто ровная стена. Ну ладно, ничего страшного. О, граната. Есть подозрение? Есть подозрение. Спасибо. Так, точно ничего нет. Ой! Есть подозрение, что вот эти деревянные двери можно взрывать гранатами. Точно. Так, это что? Карта. Странные показания. Он мертвый. Какие-то могут быть странные показания. Ну, я так подозреваю, что остальные техники точно такие же. Такие тут. Так, значит, куда пойдем? Здесь затоплено. Возвращаемся в коридор, значит, изначально. Ничего не достаю. Да, ё-моё. Сейчас. Ну ясно. Так, можно попробовать наверх на самый сходить. Так, сейф-рум я вижу. Сходить наверх. А впрочем, что там будет? Коридор один. Пойдемте сюда. Короче, опыта нет, фармить вас смысла нет. В лучших традициях Castlevania снаряды врагов летают через стенки. Окей. Так, вниз за техником, сохранюсь. Фул хп. Эй, блин, зафейлил. Ничего страшного. Так, отсюда, видимо, заход в эту комнату. Автомат. Автомат, автомат. Спасибо. Спасибо. То есть подобранный автомат-автомат мощнее, чем мой автомат. Окей. 80 патронов. Норм, так.
А, еще и патроны пополняют. Окей. Пойдемте. Так, куда дальше? Эту комнату исследовать или... Да, исследую, чтобы закрыть с ней вопрос. Ну да, вроде мощнее. Быстрее убивает этих мышей летучих. Ай! Не получилось. Я думал, на кураже сейчас пропрыгну. Но нет. Так, здесь под воду я пока что не могу. Значит, чекаем этот коридор. Там что-то есть. Меня туда не пускают. Ну ладно. Вот ты кузнечик. С одной пульки умирают. Найс. Смотрим, что здесь. Здесь сейф. Почему-то сохраняться каждый раз по возможности. Мало ли что. Еще убьют, будет обидно. То есть сейчас мне нужно будет пройти через эту вот локацию. Блин, они не умирают с одного стрела. Ровно, отлично. Так, пройти через эту локацию. Спущусь туда в коридор, проверю. Точнее, проверю верхний коридор, если там двери есть. Я очень неаккуратно все делаю, если честно. Не проверю верхний коридор. Блин, что нет пощады? Присаждала, пока я перестану целиться. Серьезно? Продвинутый АИ? Здесь что? Печка. Да, это метроиди танки были. Окей. Так. Как бы это мне... Как бы это мне вернуться... Так, я так пощадите, просто пощадите, крысы, ну что вы творите? Как я понял, куда я не могу пока попасть. Значит, пойду направо. Получу какой-нибудь дабл джамп, уже туда приду. Все оружие. Да ладно, ну пожалуйста, не надо.
дивизию. Все, улетаем отсюда. Техник со мной, да, вот он лежит. Так, ок, значит, сюда идем. Ладно. Вот они разбили путешествие между Ставрумами. Быстро на вертолеты. Ну ок, нормально, чё. Сохранюсь, ничего. Что-то пустовато как-то. Я думал, здесь что-нибудь будет интересное. Так. Далековато следующая точка. Зашибись. Патроны в кустах. Логично. Так, наверное, не буду я тратить так бездумно кровавые патроны. Мало ли что. Ясно. Буду ждать появления классных девайсов. Вверх или вниз? Давайте вверх. Раз нам нужно вниз, очевидно. А, стоп, как я вверх попаду-то? Может, я рано прыгну просто? Нет, похоже, не рано. Похоже, просто не довезет он меня до туда. Бьюсь башкой о потолок. Ну ладно, да вниз. Выбор невелик-то, в общем-то. Сейвром. Блин, или с другой стороны тут этих патронов повсюду валяется. Из каждого вылетают врага. Ладно, не буду жалеть. Скелеты, кидающиеся своими костями. Как мне это все знакомо. Так, сюда я тоже, наверное, не запрыгну. Ну, по логике, учитывая, как много здесь подряд идет мест, где
Я не могу пройти из-за того, что у меня достаточно высокий прыжок. Но в скорости мне его должны дать. Роты. Патронтаж. Больше патронов. 1.5 раза. Ну, нормально. И граната еще одна. Ну, а вдруг там что-нибудь было бы? Серьезно? Вот пердак. Так, ясно. Мой фейл. На этот раз. Реликвии. Что дает? То есть вы хотите сказать, что это я сейчас в тоннелях под Лондоном? Не в какой-то жопе мира забытой? Ну ладно. Окей. Вам. Черт. Так, закрыл эту локацию? Закрыл. И такие мобы мне помнятся тоже. Блин, пипец похоже на Метроид. И Кастлванию одновременно. Вот такие. Так, вверх-вниз. Пойдемте наверх сначала. Карта, найс. И сейфром сверху, отлично. Так. Дабы это пойти, вертолет. Мне не нужен пока что. Но вообще похоже, что... В общем, пойду через... Низ. Посмотрим, что мне это даст. Только сохраню все равно сначала. Так, а могу ли я пойти через низ? Очень вопрос. Да, могу, отлично. В смысле, через сейф. Так, вверх я не смогу попасть. Не дотянусь я до туда. Ой. Значит, просто падаю вниз. В зеленая какая-то комната. Нужно посмотреть, что за она. Так, и что? Ну так вот веревка лежит, алё, как обвязаться ею? В общем, я понял. Наверное, здесь я каким-то образом... А, это переходы на другие... Все, я понял, это реально как в Метроиде. Только там был лифт. Закрыто до поры до времени, а здесь веревка. Хорошо. И здесь даблджамп нужен. Ок. Понял, не дурак. Возвращаемся, значит, назад.
Так. Где-то, может быть, тут еще дверь справа. Нужно сейчас по правой стороне, значит, будет прыгать, смотреть. А, ну, собственно, вот и проход. Не слишком он был спрятан. Ай. Выше могу? Не могу. Ну, давайте тогда... Ага, вот это поворот. Так, реликвия еще. Отлично. А вот в чем вопросы. Две карты, две реликвии. Окей. Тоже ни на что не влияет. Я начинаю себя бесить слегка. Может и не слегка. Ну, естественно. О боже, пощады. Ладно, я знаю, что я сделаю. Наверное, надо как-то... Угу. Ну, ничего. Что нажито непосильным трудом. Вылетай. Что, все? Вы не хотите больше давать мне хп? Почему? Ладно. Леший с вами. Короче, где-то здесь сейф, окей, и босс. Просто вот зуб даю. Ай! Кстати, что интересно, сейвы здесь, в отличие от других метроидваний, ни хрена не восстанавливают здоровье. Так, я точно туда иду? Так, и что, и где сейф, слева или справа? Наверное, все-таки слева. Я просто Шерлок, ребята, просто Шерлок. Так, интересно, вот эта паутина, которая завешена, все. Означает ли, что первым боссом будет какой-нибудь огромный паук? Ладно, пойдемте посмотрим. Ну, выглядишь тоже получше, чем раньше. Ой, смотрите, это паук. Кто бы мог подумать.
Так, а что? А, патроны вот. Все, мне, короче, патроны таким вот образом дает. Так, давайте-ка вы вылезете, я вас убью, чтобы... Как-нибудь я могу, интересно... Ай, гранату отбро... О! Смотрите, как классно. Так, сейчас, наверное, опять эти штуки полезут. Ну что, должны же мне что-то дать сейчас интересное, наверняка. Да я просто вандал какой-то. Что это? Левый триггер или правый триггер, чтобы держаться за потолок? Угу. Давайте проверим. Так, блин, это не ходить по потолку, ребят. Что это за странная стенка? Почему она не ломается? Да я понял, блин. Я думал, я буду ходить вверх ногами, как Человек-паук. Но нет. Ну ладно, это все равно классно. Это все равно здорово. Еще ниже, не, я пойду выше, проверю, что там. Но уже в следующий раз. Сейчас я пойду на сейфпоинт, буду проходить по одному боссу за раз, чтобы растянуть удовольствие. Хотя сдержаться будет и непросто, конечно. Но нужно уметь держать себя в руках. Пока что мне все нравится. Единственное, что вот это слишком современная система с тем, что мне говорят, куда идти. С другой стороны, она и была то ли в Metroid Fusion, то ли в Zero Mission, не помню, в какой из этих частей, на Game Boy Advance. Там тоже говорили, куда идти. Конечно, чуть менее хардкорно, чем в старых Metroid'ах, Castlevania'ах, но, в принципе, веяния моды не такие. Вы же сами понимаете, что, ох, вот раньше это было лучше. Ладно. С вами был Старпёр. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующий раз. Всем счастливо.